Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Две пчелы открыли бутылку с лимонадом. Похоже, они очень хотели пить. Кажется, как будто эта лавина состоит из пены или облаков. Эта девушка в баре знает, как добавить романтики в вечер. Она вырезает сердце изо льда. Найдите здесь хамелеона. Его камуфляж просто безупречен. Это удивительное зрелище, когда в ночное небо взмыли сотни воздушных змеев. Спорт повсюду. Парень использует тыкву вместо футбольного мяча. Этот парень очень тонко нарезает картошку, приготовление чипсов – его стезя. Этот мужчина искусно управляется с катаной. Невероятно! Парень расставляет стулья для мероприятия на поразительной скорости, будто он участвует в гонке. Она перепрыгнула в воду, как настоящую пума. Он решил слиться с цветочным полем, и вот его камуфляж. На первый взгляд может показаться, что это надвигающиеся цунами, но это всего лишь птицы. При помощи валика и краски он способен превратить старую стену в произведение искусства. Работник заповедника хотел угостить обезьян, но они сами накинулись на сетку с фруктами. Его плечи – игровое поле для тетриса. Он может унести сразу сотни кирпичей. Дождь полил прямо посреди океана. Не часто такое увидишь. Этот парень едет на руках и ловко объезжает все препятствия. Такое даже стоя на ногах не все смогут. Огромное облако на вершине горы похоже на настоящую волну. Медведь забрался в большую емкость и устроил себе день спа. Этот пернатый проглотил 7 рыб в мгновение ока. Удивительная скорость. Этот мост качается так сильно, что кажется, вот-вот произойдет беда. В океанариуме умный дельфин повторяет все, что ему показывают. Для него это не только обучение, но и развлечение. Эта серая машина выглядит так, будто ее кто-то собрал своими руками. Девушка выполнила трюк, который не увидишь даже на баскетбольном матче. Парень бросил взболтанную бутылку лимонада, и она попала прямо в кольцо. Никакой магии. Легким движением ноги этот парень переставляет металлическую бочку. Этот малыш увидел, что миска с конфетами у чего-то дома опустела, и решил положить в нее свои конфеты. Эти ребята разрезали нить, которая обвязалась вокруг рыбы. Они настоящие подводные супергерои.
в небе горели фейерверки, и молния захотела к ним присоединиться. Этот поразительный пейзаж стал еще красивее при помощи фейерверка. Этот парень закидывает эти рулоны так, будто он делает это с самого рождения. Сотни кенгуру скачут по снегу, словно это какая-то зимняя сказка. Благодаря круглому ковшу экскаватор может лепить идеальные снежные шары и создавать из них армию снеговиков. Этому парню плевать на гравитацию. Он делает сальто и идет, как ни в чем не бывало. Он взбирается по искусственным камням без использования рук. Над ним гравитация тоже не властна. Это гигантское судно впервые спустилось на воду. Это удивительное и зрелищное событие. Поломка на дамбе прекрасно иллюстрирует мощь матушки природы. Он не поранился, но зато повеселил водителей. Это видео тронет ваши сердца. Пес очень рад воссоединиться со своей семьей после долгой разлуки. Перед вами лучший водитель в мире, либо же просто очень везучий парень. Эта машина выглядит бессмертной, но как она прошла технический осмотр? Скоро на полках всех магазинов. Это определенно станет новым трендом следующим летом. В город прибыл бродячий цирк, и оттуда сбежала зебра. Она решила прогуляться и осмотреть город. Они убирались во дворе и подумали, что могут упростить работу. Интересно, кто вообще придумал эту дорогу? После проливных дождей город затопило, и это единственный общественный транспорт, не испугавшийся непогоды. Выглядит как сцена из фильма, но все по-настоящему. У этого парня не было денег, чтобы купить автомобиль, поэтому он сделал его сам. Хотел сэкономить на доставке, а получил штраф от полиции. Большинство хотят занизить свое авто, а вот он наоборот. Эта дорога – настоящий ад для спортивных автомобилей. Это машина интроверта, очень ценящего свое личное пространство. Это чистое авто создает визуальную иллюзию. Огромная волна накрыла людей. Они выглядят на ее фоне просто песчинками. Парень украсил велосипед светящимися колесами, превратив улицу в сцену для своего собственного светового шоу. Этот вулкан просто вспыхнул от гнева, и этот момент удалось заснять на камеру. Похоже, она была в гостях у черепашек-ниндзя. Эти платья меняют цвет, будто по щелчку пальцев.
Люди на Снежной горе столкнулись с лавиной, но они уже были готовы ко всему и без паники переждали ее. Это хуже, чем получить тортом в лицо. Это видео точно удивит вас. Эта девушка сделала у себя в комнате объемную скульптуру, повторяющую рельеф Луны. Он устроил настоящий водопад из молока. Только посмотрите, какой крутой переход сделали эти талантливые ребята. С таким творческим подходом к готовке ребенок съест все, что окажется на его тарелке. Это какой-то новый сорт томатов или просто волшебство? Удивительная техника. Парень так легко и играючи отбивает мячик, не оставляя противнику ни шанса на победу. Сложно оторвать взгляд от целого поля красных тюльпанов. Этот волшебный половник заставит суп преобразиться, отфильтровав его от жира. Этот парень снял от первого лица свою поездку на велосипеде по лесу, потому что каждый должен испытать такое удовольствие. Эта девушка – повелительница мыльных пузырей. Ей удалось спрятать телевизор. Идеальный минимализм. Ему не нужны ни гравитация, ни лестницы. Он проскользил по перилам целых 20 метров на своих ногах. Наверное, это самый роскошный автобус в мире. Эта девушка наслаждалась тишиной и покоем, но волна нарушила идиллию. Девушка может дать фору любому парню. Кажется, веревка была тут бесполезна. Этот парень снял крутое видео от первого лица во время вождения, использовав лишь салфетку и солнцезащитный экран. Теперь вы можете насладиться этим видом. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся завтра.